Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про топки серии Альфа компании производства Экокамин. Топки Альфа производятся из высоколегированной котловой стали и футированной литьевым шамотом. Данные топки имеют следующие регулируемые функции, такие как система очистки стекла, система подачи воздуха на горение, а также шиберная заслонка на гибкой тяге. В топке Альфа имеется чугунный патрубок и чугунная шиберная заслонка. Это одни из основных термически нагруженных элементов топки, поэтому мы их изготавливаем из чугуна. Также данная топка имеет такие функции, как вторичный дожиг, отверстие расположено на задней стенке, и подача воздуха извне, расположена на задней стенки самой топки непосредственно. Топки Альфа имеют такие комплектующие, как жаростойкое стекло японского производства толщиной 4 мм, выдерживает высокие температуры до 800 градусов Цельсия. Чугунную колосниковую решетку. Вместительный зольный ящик, который рассчитан на несколько протопок, и вам не придется каждый раз вычищать его после каждой протопки. Основная топочная часть футирована литьевым шамотом, или как ее еще называют, литьевая керамика. Выдерживает высокие агрессивные температуры, вплоть до 1500 градусов Цельсия. Имеет либо приятный светлый оттенок, либо может быть выполнена в черном цвете. На ощупь достаточно гладкая поверхность, что тоже не менее приятно. Также укомплектовано пламя-отсекателем. Толщина пламя-отсекателя 5 мм, что практически предотвращает его прогорание в ближайшие сроки эксплуатации. Топка Альфа оснащена высоким дымосборником, что предотвращает попадание вредных газов в помещение и практически исключает подымливание. До этого мы рассмотрели с вами топку Альфа без подъемного механизма. Также они имеются с подъемным механизмом, то есть с контргрузом. Как вы видите, открывание бесшумное, хотя здесь и присутствует цепной подъемный механизм. Для очистки стекла здесь предусмотрены специальные крепления, отодвинув которые, стекло очень легко можно протереть. Для извлечения зольного ящика предусмотрен специальный инструмент «Холодная рука», с помощью которого вынимается колосниковая решетка, а затем сам зольный ящик. Топки Альфа имеют несколько типов размеров – 700, 800 и 1000. Здесь представлен 1000 размер с вариантом исполнения бокового стекла. Топки серии Альфа – это не только отличное соотношение цены и качества, но также они принесут тепло и уют в ваш дом.